Ножницы и Андрей Хатарик, который с предыдущей партнершей Стефанией Бертон также поднимался на четвертое, однажды даже на третье место на чемпионате Европы, позволил своей предыдущей партнерше стать тренером, а сам продолжает кататься и делает это как минимум не хуже, чем со Стефанией. Вот представляете, какая первая разминка серьезная очень в чемпионате сильно, очень интересно. Мира. Ну просто все. А еще и под кармен катается Маркей Хатарик. Вали этот образ она очень такая идет. Эмоциональная, да. Девица. Сальхов дороже стоит, чем тулуп. У них луц есть, но вот в короткую решили не рисковать. А кто не рискует? Да, обойдется итальянским просекко. До французского не дотянет. Ой, ну, это нет, не потому что разница в росте и в весе не такая. Наша канадская Илюшечкина, она пух. Я не понимаю, если они прыгают через тройной луч, да? Причем они его прыгают неплохо, уверенно. Ну как же, они произвольно прыгают. Да, они его в прошлом году, по-моему, даже и в короткую вставляли. И хорошо так, его исполняют. Так а вот чем им выигрывать, если подкрутки у них нет такой, чтобы за нее получить? Ну, у них и Тодос не всегда получается, он у них тоже не очень сильный. Ну Тодос назад наружу, он сложный Тодос. Вот хочется даже передать сразу привет Олегу Алексеевичу Протопопову. Олег, мило, будьте здоровы. Мы вас любим, помним, обожаем. Вы поменяли наше представление о парном катании. Программа поставлена. Вот началась новая фраза. И это вот это все, вот эти обрезки из великой музыки, да, они не работают тут. Не стопроцентное попадание, да, были и шероховатости, и соглашусь по отсутствию стопроцентной музыкальности. Ну, конечно, и композиции, ну, никак. Мне кажется, у них с Кондачка в прошлом сезоне получалось даже эффектнее, чем в этом. В этом я не вижу роста пока по сравнению с предыдущим, с первым их совместным сезоном. В первом была феерия эмоциональная. Сейчас